Ну, я так понимаю, что это не глобальная проблема, а именно какая-то там локальная, да, одного маленького города, одного маленького случая. Вот. Я согласен за то, что сейчас, в принципе, чтобы хоть как-то сейчас где-то что-то кому-то насолить, до всего можно докопаться, абсолютно до всего. Я питался, питаюсь, буду питаться в Макдональдсах. Я там работают русские ребята, платят налоги для нашей же страны. А то, что это объект, грубо говоря, американский, ну так извините, сделайте наш.